Вырабляць медыцынскія маскі на 3D-прынтарах на факультэце фізікі і інфармацыйных тэхналогій Гомельскага дзяржуніверсітэта імя Францыска Скарыны пачалі напрыканцы мінулага тыдня. Сабекошт адной маскі каля 3 рублёў з улікам затрат на электраэнергію каля 5. Праўда, ў медыцынскія установы яны будуць пастаўляцца бясплатна. Прычым непасрэдна вытворцам дапамагаюць спонсары, якія набываюць неабходную сыравіну. У нас достаточно мощностей для того, чтобы достаточно быстро и качественно напечатать вот щитки. Вот, и вот обучение инновации нас проспонсировали, предоставив материал. На одну маску у нас уходит от часа до 3 часов времени. Вот, печать. В зависимости от настроек. Для вырабу медицинских масок на 3D-принтерах у Гомелі у пятницу усяго за один день створили инициативную группу. У понеделок надруковали первые 20 масок. Учора ж первую партию продукции поставили у лечебные установы. Зараз волонтеры рыхтуют другую партию и кажут, что готовы выраблять их столько, кольки потребно. В понедельник вчера мы собрали первые 20 масок, их поставили в медучреждение города Гомеля. И также вот над этим проектом в такой инициативной группе работает более 6 производственников по Гомелю, у кого есть 3D-принтеры, печатают на собственной инициативе. Ну и уже в данном образе я собираю данные маски и помогаю их развозить и координировать все действия по городу Гомелю. Олег Сюнтюров, Сергей Нигаревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».